Четвертая книга Моисея, числа, глава восьмая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтоб отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу, и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделал так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим, содержать стражу при скинии собрания, работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их».